Бывшая актриса призвала ответственно подойти к выбору презента для любимого человека. Меган Маркл заявила, что лучше всего проявить творческий подход. Поклонники герцогини Сассекской обнародовали ее запись в личном блоге The Tick, которую она была вынуждена удалить после свадьбы с принцем Гарри. Там будущая представительница британской королевской семьи высказалась о подарках на Рождество. Меган выступила против того, чтобы покупать нужную в данный момент вещь или подарок по заказу. По ее словам, по-настоящему мужчина сможет насладиться лишь неожиданным сюрпризом. Легко купить еще одну футболку для вашего мужчин. Но вы наверняка купите ее в любом случае в другое время. Вместо этого преподнесите ему что-то творческое. То, что действительно доставит ему радость, как маленькие драгоценные камни, отметила Маркл. Меган привела примеры отличных и забавных подарков. Коробку с цветными носками, радиопроигрыватель Красли, карманный проектор Брукстоун для отображения фотографий, сумку для стирки. В этом году Меган и Гарри проведут главный праздник вдали от суеты и общественного внимания. Герцог и герцогиня Сассекские с нетерпением ждут расширенного семейного времени в конце этого месяца. Проведя последние два Рождества в Сандринхеме, в этом году они устроят праздник с другой частью своей семьи, мамой герцогини Дорией. Это решение соответствует прецеденту, установленному ранее другими членами королевской семьи, и имеет поддержку Ее Величества Королевы, цитирует Экспресс представителя пары. Ранее стало известно, что Кейт и принц Уильям дважды отмечали Рождество не с королевой, а с родными Миддлтон. Меган и Гарри не появлялись на публике с конца ноября. Накануне они вышли на связь с поклонниками. Пара отметила работу фонда Endeavor, который помогает раненым и больным военнослужащим. Этот проект основал принц Гарри. С 2012 года организация оказала поддержку более чем 6000 человек. «Мы оглядываемся на удивительную работу, проделанную фондом Endeavor, созданным герцогом Сассекским для поддержки сообщества вооруженных сил. Усилия, которые они предпринимают, вдохновляют, но также оказывают огромное влияние на их физическое, эмоциональное и социальное восстановление, а также длительное воздействие на семью и общество вокруг них», говорится в послании пары.